Добрый день, дорогие друзья, подписчики, гости. Сегодня сделаю обзорную экскурсию по садику, который нам предоставил во временное пользование Евгений Александрович. Вот. 9 мая мы у него посадили картошечку. Вот картошечка у нас растет. И вот с этой стороны подокучился, это еще нет. Вот, под лопату сажал. Ну, второй раз я имею в виду подокучил. Вот. Соответственно, Геннадий Александрович дал семена. Они какие-то синие, очень вкусные и быстро зреющие. Так что ждем урожая. Урожай от урожая. Нормальный каламбурчик. Так, картошечку мы не обрабатывали, потому что я считаю, что что-то с ней не так после обработки. Если... Ах вы злодеи! Ах ты злодей! Вот смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает. Он жрет мою картошку. Нет, дорогой. Ты сейчас пойдешь. Я считаю, лучше жуков собрать. Вот этих. Личинки. Вот смотрите, видите? Откладывают. Вот. Личинки. Элементарно давим на листе пальцем. Пальцем давим. И потом, где мы пропустили, появятся красные эти. Не личинки, а яйца, да, давим. Яйца давим. А когда появляются личинки, можно немножко обрызгать. Я думаю, это лучший способ, чем обрызгивать клубни. А потом жуки едят листву и помирают. Вот у меня тут уже их целая коллекция надавленных. Здесь просто тупо давим. Кто-то раньше говорили, что их там сжигать надо. Да, ничего не надо. Подавили и все. Ну и гораздо меньше, чем раньше. Так, что мы еще имеем? Значит, думали одну картошку, а тут вскопал еще грядки. И у нас тут перчики. Перчики. Пока не цветут. Ну, потому что мы недавно, тут их неделю назад всего посадили. Ну, тут один цветет, как вот который. Помидорки. Анечка хотела их на балкончике вырастить. Черри, вон там две помидорки. Видите, вот. Видите? Две помидорки. Потом вот еще одна помидорка. Это маленькие черки. Потом Светлана Валентиновна нам тут дала. Хотела две, дала 20. Вот. Маклемываются потихоньку. Ну, так для удовольствия. И огуры. Огуры. Огуры у нас растут. Не знаю, какой сорт. Потом у нас растет дурь. Так я называю всю траву, которую мы сажаем, нехорошим словом, потому что она очень вкусная. Редиску уже вчера сорвал одну, две вроде съел. Там крест-салат, обычный салат, цветной. Ну, еще много всего что-то насажала. Анечка пообработала клубничку. Скоро будем, видите, красненькая. Скоро будем через 3-4 дня уже клубничку первую кушать. Я уже ее объелся в детстве, так что Анюра любит. Пусть кушает. Вот. Вчера Марина Павловна нам, сейчас я приближу, подарила. Тоже раз. Жалко выбрасывать, не дают, как говорится. Какой-то цветной капусты рассаду. Тоже воткнули. Ну, тут еще соседка Женина, двоюродная сестра. Тут у нее две грядочки. Она тоже тут пораньше начала обрабатывать. Вот, и это наши тоже вот грядки. Вот. Поднялись, поднялась капустка, тут кабаки, тут еще посеяно, они зайдут. Вот как-то так. Вот Женин дом. Он был домом 2004 города, как самый красивый. Резные сейчас такие не делают. Вот, там водичка у меня, мангальчик. Сейчас я кашу. Сейчас я вам покажу, как перед домом. Вот как-то так. Пойдем посмотрим, что у нас теперь снаружи. Закончил я окашивание территории. Вообще красота. Ну, говорят, что жарко. Ну, я бы не сказал. Ну, да, жарко. Жарко, но такой ветерочек достаточно комфортный. Вот, смотрите, выходим. Здесь у него шиповник. Соберем на чай. Вот я тут немножко пообкосил все. Вот... Уважаемые неревчане, в общем, сейчас я пройду, соберу, конечно, вот эту всю хлобуду, бумажки,
Пакеты из-под чипсов. Уважаемые гости города, не легче они, от мала до велика. Ну хватит, можно я скажу плохое слово, засирать город. Ну как так-то, а? Ну что, ну сунешь в карман, выкинет дома, мы хотим что-то куда-то двигаться, живем, как я не знаю, как. Ведь любой уголок города, неважно, это ваше. Вы же, наверное, и дома так же срут, извините, еще раз за выражение. У себя прям сидят за компьютером и чипсы под это бросают. Вот, соберу я эти бумажки, которые появились после окрашивания территории. Ну, теперь, да, еще подмету. Ну, сгребу это все. Вот и косил немножко. Смотрите, сколько бумаги, а. Вот не сволочи ли, а. Ой, вот как-то так. Ладно, сейчас все это соберется. Вот красиво. Хорошо. 6 июня. Привет всем. Лайки, репост, подписка. Обязательно. Своим друзьям. Смотрите другие видео на канале. Вот будут про грибы. Да, и соблюдайте, у меня там последнее видео. Посмотрите по ДД. Как я чуть не переехал товарища на велосипеде. Не влетел, конечно. Ну, конечно, я бы не переехал. Утрирую. Но все равно соблюдаем все ПДД. И, соответственно, соблюдаем правила купания. Потому что народ сейчас хилый. Плавать не умеют. Держаться на воде не умеют. Вот. Ни к чему не приспособлены. Никак мы в первом классе уже сами на реку сбегали. По жопе получали. Но зато выросли нормальными. У нас был естественный отбор, как в спорте. Ой, красота. Спасибо всем еще раз. Пока-пока.